Салам, дорогие, с вами Рус. В мире крипты в последнее время появляется все больше и больше интересных проектов, которые в реальности могут соревноваться уже с классическими проектами, без интеграции криптовалют и так далее. И в сегодняшнем видео я вам расскажу, как получить доступ к пока закрытой плей-то-эрнке, у которой довольно-таки прикольная динамика и прикольная графика. И плюсом ко всему также расскажу, как на ней можно легко заработать. Но перед тем, как мы начнем, я настоятельно советую вам подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше новое видео. Также переходите в наш телеграм-канал, здесь мы публикуем информацию о самых новых и сочных проектах, в которых сами участвуем. Плюсом ко всему делимся нашими результатами от участия в этих проектах и рассказываем о последних новостях мира крипты. Ссылочка на наш телеграм-канал будет в описании к видео, и давайте будем приступать. Сама по себе игрушка мне крайне понравилась своим трейлером. К сожалению, показать я вам его не могу, но в принципе я могу разместить ссылочку на официальный трейлер у нас в описании. Также сразу вас немножко, возможно, огорчу. В сегодняшнем видео мы еще не будем играть в эту игру. Я вам покажу, как к ней получить бета-доступ, а также дам некоторое количество информации о самом проекте и на чем здесь можно будет заработать. Прежде всего, сам проект называется 2040 World. Игра сама по себе построена на шутере от третьего лица, в котором надо бегать, стрелять в каких-то чудищ по какой-то планете в космическом костюме и лутать ресурсы. Здесь на заднем скрине вы как раз можете увидеть саму игру, как она проходит. И вот параллельно есть разные объекты, которые как раз участвуют в процессе игры. Существует большое количество уже проработанных качественных текстур. Можно, в принципе, перейти на официальный сайт, ознакомиться с тем, как будет построена игра, какая будет у нее токеномика, какие есть предметы, да и вообще, в принципе, в чем основная суть игры. Как некоторые могут заметить, авторами игры являются какие-то СНГшные русскоязычные парни. Вот их все, в принципе, лица, имена и фамилии представлены вот здесь. Кому будет интересно, можете, в принципе, ознакомиться, но нам здесь в данной секции больше всего интересуют партнеры. Прежде всего, сама игра будет написана на движке Unreal Engine, что крайне круто. Помимо этого, у ребят в основных партнерах это компания Amazon. Возможно, некоторые помнят еще XDAO, как-то давно о них рассказывал. Ну и, в принципе, так-то большое количество крупных ребят. Поскольку игра еще пока не находится на финальной стадии разработки, мы можем получить доступ к закрытой бете, заполнив одну простую форму. И как только вы получите от нее доступ, в принципе, вы можете ее скачивать и уже приступать к игре. Давайте не будем размусоливать это огромное описание самой игры, аватаров и так далее и тому подобное. Я понимаю, что далеко не всем это интересно. Сначала нужно получить доступ к бете, немножко поиграть, поизучать, поразвиваться и только потом уже переходить к каким-то тонкостям. Поэтому давайте сразу же нажимаем в правом верхнем углу кнопочку Join Closed Beta и нас перекидывают в подвал сайта, где нужно ввести свои данные. Давайте сразу же я вам покажу, что надо вводить. Я думаю, в принципе, многие разберутся с тем, что здесь от вас требуется. Прежде всего, это имя и почта. Я ввел свое имя и почту, меня перекинуло на следующую форму, и здесь нужно заполнить данные о своем компьютере, на котором вы будете играть. Только на основании этого ребята поймут, что вам можно предоставить доступ, либо же наоборот, лучше не предоставлять доступ, если они считают, что ваш компьютер просто не подходит. Однако я вам настоятельно советую заполнять данные поля честно, просто по той причине, что мы проходим фазу бета-теста. Но, тем не менее, дам вам маленькую такую подсказочку. Если вы все-таки реально горите тем, чтобы помогать каким-то начинающим проектам, то, безусловно, в таких полях никогда врать нельзя. Однако я вам скажу, есть конкретные требования, которые сейчас ребята ищут. Они не просто так запустили данное поле. Я как раз нашел для вас на форумах ответы, которые с наибольшей вероятностью предоставят вам доступ к самой игре. В качестве операционной системы выбираем Windows 10. Далее в графе графической карты вы выбираете GeForce RTX 20. После этого в оперативной памяти, либо же в RAM, выбираете 16 гигабайт. И в последнем поле выбираете 8 cores. Однако, опять же скажу, это рекомендуемые требования, которые ребята сейчас ищут. Я не уверен, ищут ли они сейчас таких бета-тестеров, поэтому, ребятки, я вам все же, наверное, посоветую ставить свои данные. Однако, например, те, кто хотят просто попробовать прокатиться, то, пожалуйста, вводите эти данные. Я же, в свою очередь, выберу свои реальные данные, у меня комп не такой мощный, я его не использую ни для чего такого, как бы, кроме трейдинга и видеомонтажа, и, в принципе, записи видео и стримов, поэтому я введу свои реальные данные, посмотрим, удастся ли мне получить бета-ключ. Вот такие данные моего компьютера, кто-то может посмеется, но, ребятки, я не вижу смысла обновлять комп, у меня есть ноутбук, если что, я буду трейдить на нем. Submit, и после этого моя заявка как раз попадает уже в пул к ребятам. В дальнейшем они будут с вами связываться через вашу электронную почту, поэтому после заполнения формы обязательно проверяйте именно ту почту, которую вы вводили сюда. Вот, в принципе, регистрацию я уже прошел полностью, и здесь как раз идет интеграция формы Zelle. Что такое Zelle, возможно, кто-то уже знает. Раньше она называлась Crew 3. Будет ряд заданий, которые вам обязательно нужно делать, если вы хотите получить какие-то награды. И как ребята сами пишут, за получаемые XP, то бишь поинты, которые мы получаем за
за выполнение заданий, вы будете получать в дальнейшем какие-то награды. И в данном контексте делать зелье здесь выглядит крайне перспективным, но тем не менее, ребятки, опять же, сравните, хватит ли вам времени вообще на все, потому что обычно такие проекты забирают у вас все ваше свободное время, либо же даже не совсем свободное. Но давайте посмотрим, какие там есть награды, может быть, что-то будет интересно. Вот мне как раз пришло приглашение, я нажимаю «Accept», и здесь довольно-таки большое количество заданий. Давайте попробуем парочку сделать, просто ради галочки. Да, нужно посмотреть вашу замечательную номенклатуру, я сразу же прохожу ее. Быстро мне это делать не дают, нужно сидеть целых 10 секунд ждать после этого. Дальше предлагают присоединиться в Discord. Вот это, кстати, обязательно надо делать, просто по той причине, что многие проекты просто разыгрывают награду между всеми пользователями в Дискорде. Кто зашел до какой-то даты, возможно, кто-то слышал всю эту историю, как это было, например, с Суи там, да, и так далее. Не избегайте использования Дискорда. В Дискорде уже на самом деле большое количество ребяток, и я вот вижу здесь только 12 бета-тестеров, нифига себе. Забираю также награду, возвращаюсь сюда, теперь надо подписаться на Твиттер, давайте подпишемся, в принципе, не проблема. Пока подписчиков, кстати, немного, но вот, кстати, тот самый трейлер, который мы с вами смотрели, ой, что-то звук громкий какой-то. В принципе, игра выглядит вот так вот, и на самом деле-то она выглядит крайне круто для Play to Earn, на минуточку. Правда, качество у меня немножко упавшее здесь, но это, скорее всего, Твиттер сжимает, но тем не менее, мне это крайне сильно интересно. Опять же, забираем награду. Странно, почему ты говоришь, что я не подписался? Видимо, у меня привязан просто не тот Твиттер, надо будет сейчас сделать перепривязочку. Теперь могу спокойно заклеймить награду за всю эту историю. И вот мне как раз предлагают сделать первые ретвиты и лайк, за которые мне должны, кстати, дать новый уровень. Делаю ретвит, делаю лайк, закрываю полностью Твиттер, клейм ревард. В общем-то, вот таким образом мы дальше продолжаем делать задания. Давайте, может быть, вернемся еще на официальный сайт, посмотрим, что там еще у нас есть. Мне, к слову говоря, также создали уже аккаунт, давайте я в него войду, посмотрим, что в аккаунте есть. Естественно, свой одноразовый пароль я вам показывать не буду, просто поверьте мне на слово, что у меня он есть. Далее мне предложили сменить пароль, я его уже успешно сменил. В принципе, здесь больше ничего такого в профиле нет. Как я понимаю, в дальнейшем, если я буду получать какие-то доступы и так далее, мне будет приходить письмо, либо же я это увижу в своем личном кабинете. Однако, пока вот так вот. Безусловно, в дальнейшем я также буду делать все задания на Зелле. Я не хочу скипать этот проект, я думаю, что он, в принципе, может неплохо насыпать. Да и, в принципе, я много раз уже говорил, что такие проекты, которые вводят реально что-то необычное, пусть даже уже существующий мир крипты, тем не менее, которые могут спокойно получить свою аудиторию не благодаря тому, что на ней можно заработать, для меня всегда выглядит крайне интересно. Касаемо методов заработка, то, на чем я, в принципе, и хотел акцентировать свое внимание, так это получение лутбоксов. Как мы видим, вот здесь как раз пишется, за участие в закрытой бете вы будете получать лутбоксы с какими-то уникальными наградами. И как мне кажется, основная идея, с которой столкнется вся эта история с лутбоксами, это возможный маркетплейс, на котором можно будет продавать как закрытые коробки, так и, например, предметы из этих коробок. Опять же, никакого подтверждения этому я еще нигде не видел, поживем увидим. Однако, тем не менее, мне крайне была бы интересна возможность получить большое количество сундуков и поддержать их до релиза. Как только игра будет релизнута, у нее пойдет маркетинг, пойдет большое количество разных новых пользователей, спрос на эти сундуки, соответственно, повысится. Поэтому, наверное, в текущей перспективе я буду просто ждать бета-ключа, а как только я его получу, я сразу же начну заниматься всеми активностями в самой игре, ровно для того, чтобы получать вот эти вот боксы с наградами. Также к этим боксам будут идти ключи, которые, как мне кажется, будут еще более востребованными, чем сами боксы. Поэтому, ладно, поживем еще увидим, разберемся с этим в дальнейшем, как только получим бета-ключ. А на этом, в принципе, все, ребятки. Всем большое спасибо, кто досмотрел видео до конца. Надеюсь, данный проект был для вас интересным. Я стараюсь сейчас отбирать проекты, которые еще пока не так сильно шилятся, которые не получили еще своей конкретной фазы реализации. Исходя из этого, отбирается не так много проектов, тем не менее, те проекты, которые я вам показываю, мне они самому реально интересны. Опять же, я не смогу во все проекты заскакивать, некоторые проекты у нас будут появляться разово, а некоторые проекты будут появляться ради какого-то, не знаю, стрима, как это было с последним шутером, похожим на CSGO. К слову говоря, кто еще не смотрел видео, можете его глянуть. Но тем не менее, я стараюсь сделать в них максимум каких-то социальных активностей, либо же каких-то просто активностей, для того, чтобы в дальнейшем получить с этого какую-то награду. Не забывайте также про наш телеграм-канал, если у вас будут какие-то вопросы как по самой игре, так и в принципе по любому моменту из скрипты, можете писать нам в чат. Я, либо Маркос, либо любые ребята из чата смогут вам что-то подсказать и оказать какую-то быструю поддержку или помощь. Тем не менее, о дальнейшем своем развитии в этом проекте, о получении бета-ключа, либо о каком-то уже развитии в этой игре я буду писать в нашем телеграм-канале, поэтому также переходите. Поэтому настоятельно вам советую быть подписанным на нашу телегу. А с вами был Рус и канал Бабки на Крипта. И самое главное, друзья, не теряйте свой кэш.